Здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Сейчас идет аукцион, аукцион перед торгами. Обувь России. Я выставляю заявку так, чтобы она вошла в первую тысячу. До окончания аукциона остается там сколько? 2 минуты. Меньше. 1,5. Если мне удастся продать, то, в общем, тут же, скорее всего, цена упадет, я тут же их куплю. Снова и все. Просто сорву небольшой куш. Так, 59, все, несколько секунд осталось. Примерно 20 секунд. 10 секунд. Так, я двигаю вниз. Все, поздно двигать. 60-90. 60-90 состоялся аукцион. Максимальная цена была 60-90. Сейчас посмотрим, какой объем был. Ровно 1000. Меня отодвинули немножко. Чуть-чуть не влез. Вот вы видели, я чуть-чуть не влез. И я, в общем сказать, имел возможность, судя по всему, купить обувь России. Вот сейчас все, так сказать, пошли торги. Посмотрите, какие сейчас будут сделки. У меня заявка стояла 61.35. Сейчас я покажу. Ну, вот здесь. Вот посмотрите, что я мог получить, если бы продал по 61.35. 4,62% я бы сейчас урвал в момент. То есть я продал бы там свой лот и тут же купил бы его снова, потому что продавать его на самом деле я не собираюсь. Вот такая простая игра. Ну, когда-нибудь это получится. Вот, я буду продолжать участвовать в аукционах по обуви России. Самое удивительное было вчера. Вчера мне удалось продать, но вчера был дивидендный гэп. И я думал, что цена упадет, а она была большая. Вот, ну, так бывает.